Спасибо большое, глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Мой сегодняшний доклад будет посвящен функциональным и нутритивным расстройствам после обширных операций при раке желудка. И прежде чем перейти непосредственно к теме доклада, для того, чтобы мы лучше понимали, как же развиваются наши осложнения, нам нужно понимать, какие операции, с какими вариантами реконструкции мы выполняем. Безусловно, типичные основные это три вида операций – гастректомия, дистальная и проксимальная резекция желудка. При ранних стадиях опухоли возможно выполнение сегментарных и атипичных резекций. В этих случаях функциональных нарушений, как правило, не возникает, поэтому об этих операциях мы говорить не будем. А также объем операции в первую очередь зависит от локализации опухоли, от стадии онкологического процесса и от типа роста первичной опухоли. Мало того, что нам нужно знать объем резекции желудка, но и не менее важен для нас вариант реконструкции. Реконструкция после гастректомии, она классическая по РУ с формированием эзофага энтероанастомоза и отключенной 12-перстной кишкой. Я не зря об этом говорю, потому что мы будем часто к этому возвращаться, о отсутствии обратной дуоденальной связи. Все сложнее с реконструкциями после дистальной резекции желудка. Мы все еще со студенческой скамьи знаем о реконструкции по Билерат-1 и Билерат-2. Если Билерат-1 – это реконструкция, которая применяется в нашей стране часто, формируется гастро… извините, наоборот, очень редко формируется гастро анастомоз такой тип реконструкции чаще применяется в азиатских странах, где конституциональные особенности пациентов несколько другие – в нашей стране, как правило, применяется реконструкция по Биллера 2, при этом нужно сказать, что существует реконструкция на короткой петле, когда Приводящая петля формируется короткая, и вся желчь дренируется через культю желудка. На длинной петле с формированием брауновского соустия, когда желчь дренируется через межкишечный анастомоз и в небольшом количестве может попадать в культю желудка. И ру-реконструкция, -ру когда культя желудка вообще отключена от пассажа желчи. Реконструкции после проксимальной резекции желудка принципиально существуют две. Это реконструкция с формированием эзофага гастроанастомоза. При этом нужно помнить, что кислое агрессивное содержимое культи желудка в этих случаях будет забрасываться в пищевод и вызывать тяжелые эзофагиты. Поэтому мы в своей практике от этого типа реконструкции практически отказались и используем так называемую реконструкцию дабл-трак, когда формируется кишечная вставка между эзофагоэнтером и гастроэнтероанастомозом, которая исключает заброс кишечного содержимого в пищевод, а также при этом сохраняется у нас пассаж пищи естественным путем через двенадцатиперстную кишку. А, те функциональные расстройства наиболее частые, которые возникают, их четыре, о них я хотела бы поговорить о каждом в отдельности более подробно. Первое осложнение ⁇ это тоне культижелудка, оно возникает в раннем послеоперационном периоде. Как правило, как только пациент начинает принимать пищу, мы видим нарушение э, моторной, эвакуаторной функции культижелудка. Связано оно, как правило, с денервацией культижелудка во время выполнения лимфодисекции. Пациент начнет жаловаться на тяжести и боли в эпигастрии и обильную рвоту, приносящую облегчение. Основным методом диагностики является рентгеноскопия, при которой мы видим увеличенную в размере культю желудка с замедленной эвакуацией. Гастроскопия также должна выполняться этим пациентом для того, чтобы исключить механическое препятствие в виде структуры эзофага, э, гастроэнтеронастомоза. Лечение этих больных проводится в стационаре. Пациентам устанавливается назогастральный зон для декомпрессии культи желудка и начинается терапия прокинетиками. Как правило, ответ мы получаем в первые несколько дней. При отсутствии быстрого эффекта на терапию нужно рассматривать вопрос о постановке назоинтестинального зонта для питания таким пациентам. Синдром приводящей петли встречается достаточно редко. Причины могут быть механические либо функциональные. При механических причинах, таких как стриктуры, спайки, ущемление, приводящей петли в окне брыжейки тонкой кишки, эти проблемы должны решаться хирургическим путем. Функциональные причины связаны с выполнением стволовой ваготомии и отсутствием пассажа пищевого комка по 12-перстной кишке. Клиническая картина не специфическая, пациенты могут предъявлять жалобы на боли в правом подреберье и рвоту желчу. Также мы используем контрастные методы исследования. На данном снимке представлен достаточно выраженный синдром приводящей петли. Она расширена, удлинена, практически находится в малом тазу. Гастроскопия также этим пациентам должна выполняться для исключения механических препятствий. Выделяют четыре степени тяжести синдрома приводящей петли. При первой степени тяжести рвота бывает один-два раза в месяц. Трудоспособность этих пациентов сохранена, и в принципе они качество их жизни не сильно страдает. При второй степени тяжести рвота возникает уже 2-3 раза в неделю. У пациентов возникает потеря массы тела. При синдроме, приводящей петли третьей степени, рвота может возникать ежедневно. Трудоспособность пациентов полностью утрачивается. И крайняя степень – это Синдром, приводящий петли четвертой степени, объем рвоты более полулитра, что приводит к водно-элитролитным нарушениям, нарушениям всасывания жиров и жирорастворимых витаминов. Во всех этих случаях лечение начинается с консервативной терапии. В случае синдрома, приводящей петли 3-4 степени при неэффективности консервативной терапии в течение 3-4 недель, возможно рассмотрение вариантов хирургического лечения, выполнение реконструкции анастомоза в зависимости от выполненной первичной операции. Анастомоз может быть либо переведен в РУ, либо может быть сформировано межкишечное соустье, если его не было изначально. Демпинг-синдром – это, наверное, наиболее часто встречаемый симптом после обширный хирургический вмешательств на желудке, и он связан с быстрым поступлением желудочного содержимого в тонкую кишку. Принципиально выделяют два типа демпинг-синдрома. Это ранний демпинг, который возникает сразу после приема пищи, и поздний демпинг, который возникает через несколько часов после приема пищи. У этих двух типов демпинг-синдрома абсолютно разные механизмы, соответственно, разное лечение. Так ранний демпинг ассоциирован с быстрым поступлением гиперосмолярного содержимого в тонкую кишку, что приводит к перераспределению жидкости из сосудистого русла в просвет кишки. При этом у пациентов возникает сдутие живота, спастические боли, может быть диарея. За счет перераспределения жидкости уменьшается объем циркулирующей плазмы, у пациента может возникать тахикардия, снижение давления вплоть до умороков. При позднем демпинге Быстрое поступление углеводов в тонкую кишку повышает, резко повышает концентрацию глюкозы крови, что приводит к гиперинсулиномическому инсули, ответу, что в свою очередь приводит к гипогликемии и проявляется классическими ему, ее симптомами, такими как потливость, тахикардия, тремор, шум в ушах и спутанность сознания. По степени тяжести разделяют три степени демпинг-синдрома. Первый ⁇ это легкий, провоцируется только сладкой пищей и молоком, длится не более 10-15 минут, при этом гемодинамика не страдает. Демпинг-синдром средней тяжести провоцируется любой пищей, длится до часа, вызывает повышение частоты сердечных сокращений и небольшое снижение артериального давления. Тяжелая степень демпинг-синдрома также называется вегетативным кризом возникает после каждого приема пищи, длится до двух часов, вызывает увеличение пульса до 30 ударов в минуту и гемодинамически значимое снижение артериального давления также приводит пациентов к изныряющей диареи. При тяжелой степени демпинга, к сожалению, пациенты боятся принимать пищу, что приводит их к тяжелым формам истощения и кахексии. Диагностика демпинг-синдрома крайне сложна. В основном она основывается на жалобах пациента, на их расспросе. Есть принципиально два метода какой-то объективизации этой проблемы. Это провокационная проба, когда пациент принимает 75 мг глюкозы. И в течение 4 часов каждые 30 минут мы измеряем у него пульс, давление, глюкозу крови и гематокрит. Проба считается положительной для позднего демпинга при возникновении гипогликемии через 2-3 часа после приема глюкозы, для раннего демпинга при повышении гематокрита более чем на 3% и при изменении параметров гемодинамики. И пассаж бария. Как видно на картинке, да, если мы наблюдаем быстрый провал и усиление перистальтики, также расширение петель кишки в течение первых 5-10 минут после приема бария, это подтверждает симптомы демпинга. Лечение демпинг-синдрома в первую очередь основано на коррекции диеты. Безусловно, самая основная рекомендация, которую которой мы должны говорить пациентам, это частое дробное питание, исключите из пищи легко усваиваемые углеводы, не принимать жидкость вместе с приемом пищи. Жидкость пациент должен принимать через 30 минут после еды. Делать акцент в своей диете на продуктах с высоким содержанием белка и клетчатки. И в первые 30 минут после приема пищи принимать горизонтальное положение для того, чтобы снизить перистальтику кишечника. Фармакотерапия на первом этапе может включать в себя препараты акарбозы. Это ингибитор альфа-глюкозидазы, который тормозит переваривание и всасывание углеводов в тонкой кишке. Назначается она в дозировке 50-100 мг 3 раза в сутки во время приема пищи. Также показали эффективность назначения аналогов саматостатина, которые замедляют скорость опорожнения из желудка, замедляют транзит по тонкой кишке. Естественно, предпочтительно на назначение актриотидов в пролонгированных формах для удобства пациента. В тяжелых случаях, возможно, рассмотрение вопроса о хирургическом лечении, к сожалению, никаких стандартов нет. Операции, как правило, технические, очень сложные. Направлены они на три цели. Это замедление поражений с культи желудка, которое может достигаться двусторонней стволовой ваготомии, либо ушиванием гастроэнтероностомоза. Это операции по восстановлению дооденального пассажа и операции, направленные на замедление продвижения химуса по тонкой кишке. Это возможные, всевозможные антиперистальтические тонкокишечные вставки и формирование тонкокишечных резервуаров. На слайде представлен вариант оперативного вмешательства по редуоденализации тонкокишечной вставкой и стволовой ваготомии. Еще одним осложнением после операции пираргии желудка является щелочной рефлюкс-гастрит. Я бы, наверное, сюда же отнесла и рефлюкс эзофагит. Это состояние схожее, Причинами их является отсутствие разрушения клапанного аппарата во время хирургических вмешательств и изменение пассажа желчи. В большинстве случаев они протекают бессимптомно, половина пациентов отмечают боли в эпигастрии. Методом диагностики является гастроскопия, при которой мы видим признаки воспаления в виде гиперемии, слизистые, зачастую возникают эрозии и язвы. В первую очередь таким пациентам нужно акцентировать внимание на частом дробном питании, избегать переедания, исключать прием пищи в положении лежа, ограничивать физические нагрузки, повышающие внутрибрюшное давление. Медикаментозная терапия включает длительное назначение ингибиторов протонной помпы, антоцидов и прокинетиков. И коротко остановимся на нутритивных осложнениях, которые развиваются, как правило, в отдаленном послеоперационном периоде. К ним мы можем отнести анемию, элементарную недостаточность и остеопороз. Начнем с самого простого. Это элементарная недостаточность. Причиной ее является повышение катаболизма в послеоперационном периоде у всех пациентов, которое является естественным ухудшение усвоения питательных веществ. Клиническая картина ассоциирована со снижением массы тела, в редких случаях с и нарушением водно-электролитного баланса. В нашем учреждении все пациенты получают специализированную нутритивную поддержку первые 3-6 месяцев после обширных операций на желудке. Анемия после гастректомии может быть трех типов – железодефицитная, дефицит витамина В12 и фолиевая дефицитная анемия. Чаще всего мы сталкиваемся с анемией, связанной с дефицитом витамина В12, так как цианокобаламин не синтезируется в организме, получают мы его только экзогенно, он необходим для созревания эритроцитов и участвует в целом в гемопоэзе. Усваивается он в подвздошной кишке под действием внутреннего фактора кастла, который вырабатывается в желудке. Естественно, при обширной резекции желудка этого внутреннего фактора кастла у нас не хватает. Дефицит фолиевой кислоты, как правило, связан напрямую с дефицитом витамина В12, так как фолиевая кислота активируется этим витамином. Железодефицитная анемия Возникает следствие того, что негемовая форма железа трехвалентная, которую мы получаем с пищей под действием кислоты, не превращается в усваиваемую гемовую двухвалентную форму, а также э, железо у нас в основном всасывается в двенадцатиперстной кишке. Вот когда наша 12-перстная кишка еще дополнительно отключена от пассажа, мы имеем риски железодефицитной анемии. Безусловно, для выявления типа анемии, правильного назначения коррекции ее, нам необходимо иметь лабораторную диагностику. Для назначения препаратов железа у нас должен быть подтвержден, подтверждено снижение уровня ферритина, трансферина, либо сывороточного железа. При дефиците витамина В12 очень характерная, клиничес... очень характерная лабораторная картина в виде снижения эритроцитов, появления телец жали и колец кебота в анализе крови. Также характерна лейкопения и тромбоцитопения. Как правило, пероральный прием витамина В12 малоэффективен, и если его и назначать, то следует назначать его на постоянной основе. Более эффективным является внутримышечное введение курсами по 3-4 раза в год. В дополнение к этому всегда стоит назначать пациентам препараты фолиевой кислоты. И в завершение скажу об остеопорозе, причиной которого является малябсорбция кальция и витамина D, как правило, имеют бессимптомное течение. На ранних стадиях может э, снижать работоспособность, могут появляться парастезии, сухость кожи, ломкость ногтей. При прогрессировании остеопороза возникают изменения осанки, патологический перелом это крайняя степень. Диагностика остеопороза, она в принципе такая же, как и любого, любого другого остеопороза. Это лабораторная диагностика, денситометрия, профилактическое применение препаратов кальция, витамина D3, показано всем пациентам после обширных операций на желудке. При подтвержденном остеопорозе назначается антагонист паратироидного гормона кальцетонин, который блокирует процесс декальцинации костей, также возможно назначение бисфосфонатов. В заключение хотелось бы сказать, что для понимания, что происходит с нашими пациентами после хирургических вмешательств, нам необходимо знать не только объем резекции, но и способ реконструкции послеоперационной, детально собирать жалобы и анамнез пациента, так как одинаковые симптомы могут, иметь, могут быть при разных осложнениях, которые имеют разное лечение и, к сожалению, не имеют четких методов диагностики. И я бы обратилась к врачам больше поликлинического звена. Не бросайте наших пациентов, общайтесь с нами, помогайте им. Они требуют длительного, а чаще всего пожизненного наблюдения в и коррекции терапии. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Дарья Петровна.